Сегодня у Беларуси один день безопасности дорожного руху. Девиза акции «Скинь хуткость». У плане шерах мероприемств, накированных на профилактику дорожно-транспортных здарений. Инспекторы ДАИ проводят профилактичные размовы и раздают информационные буклеты. Водителям, которые николи не порушали правила, урушают подарунки. С каждым годом водители становятся более, скажем так, осознаннее за рулем. И с каждым годом, конечно же, уменьшается количество нарушений со стороны водителей, которые превышают скоростные режимы. По причине перевышения установленной хуткости руху за 6 месяцев в регионе отбылось 41 ДТЗ. У них 6 человек загинули и 50 отримали травмы. Инспекторы ДАИ нагадывают об необходимости заховывать безопасную дистанцию, улишивать интенсивность руху, особливости автомобиля, а так само умовы надворья.